Движение первых – это всероссийская организация, которая объединяет детей и молодежь. Ее главная задача – создать равные возможности для юного поколения в развитии и самореализации в таких направлениях, как образование, наука, технологии, культура, искусство и многих других. В этом им помогают взрослые наставники. Для того, чтобы обозначить стратегию на будущее, в павильоне России на ВДНХ провели съезд движения первых, отметил заслуги молодежного сообщества президент Российской Федерации Владимир Путин. Вы сделали за последний год, очень много. Я уже сказал, я не знаю, 2 миллиона посадили деревьев ко Дню народного единства. 3 миллиона писем направили нашим бойцам на передовую, людям, которые себя не жалеют, не щадят себя, защищая интересы Родины в рамках специальной военной операции. 400 тысяч около этого книг собрали для своих сверстников в Донбасс и направили в Донбасс и Новороссию. Это все совершенно конкретные, абсолютно осязаемые вещи. Это уже второй съезд движения первых. В этом году он собрал 3000 участников из разных регионов. Для ребят была подготовлена развлекательная программа с экскурсией и концертом, а также организована встреча с интересными людьми. На мероприятии присутствовали ребята из отделения Ленинского округа. Его представитель Ксения Жукова рассказала об одной из тем съезда. Такое одно из самых важных решений, которое приняли на втором съезде ребята вместе со своими наставниками, это увеличение возраста участников, потому что раньше у нас участниками движения первых могли быть ребята до 18 лет, теперь решили расширить эти границы, теперь у нас участниками могут быть молодые люди до 25 лет. Игорь Шумилин – член местного отделения движения первых. Ему интересна сфера развития туризма по России. Именно в этом направлении начался старт его будущей карьеры. Движение первых – это возможность реализовать себя, найти новые знакомства и получить много нового опыта. Движение первых готовит детей и молодежь к полноценной жизни в обществе, формирует мировоззрение на основе традиционных духовных и нравственных ценностей. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.